Чукак, с вами Камрад. Декабрь получается более-менее насыщенным в плане посещений мероприятий. 9 декабря я впервые оказался на фестивале «Дракон 2.0». Этот мультифандомный фестиваль также был местом для ярмарки мастеров. Мероприятие само было разделено на два дня с разными площадками проведения. Первый день она проходила в Доме культуры на Горной, а второй — в клубе «Вайб» на Савеловской. Ну и как вы поняли, попасть мне удалось в первый же день «Дракона». С момента его открытия пополудню начинались проведения всякого рода ивентов. В частности, дефиле, конкурсы косплея и аукционы. К сожалению, заснять дефиле и аукцион не получилось, но зато удалось побывать на ярмарке мастеров, где большая часть продавцов расположилась на втором этаже, а вся остальная — на первом. Там было очень много лавок, продававших всякий крутой став, как на драконию, так и на прочую тематику. От скетчбуков, стикеров, книг и календарей до крутых фигурок и игрушек. На фестивале, помимо косплееров, попадались и фурсютеры. В тот день было довольно много драконов и, неожиданно, протогенов. Да-да, эти без пяти минут киборги из фури-сообщества часто попадались гостям фестиваля. Также удалось повидать старых знакомых. Одни записывали фестиваль на камеру. Камрад. Привет. Опа. Привет. Здорово. Ты уже спекся? А? Ты спекся уже? Так? Я туз 12. Повезло с некоторым. Поэтому я периодически раздеваюсь. Эрвин. Естественно. У меня все с собой. Другие же сьютились или занимались продажей мерча, как, например, Алан, вместе со своими друзьями из Тотемного Столба и Фурбурга. Алан. Здрасте. Я его знаю. Это же главное, улыбушка-обнимашка. Не совсем, нет. Нет, нет. От посещения, как вы поняли, остались записи на камеру, несколько сувениров на память, ну и хорошие впечатления от самого фестиваля. Площадка первого дня меня более чем устроила, и чувство тесноты не вызывало. Как там было на втором дне, это уже знают те, кто посетил мероприятие 10 декабря и успел послушать песни музыкальных групп. Фестивалю есть к чему стремиться дальше, и поэтому выражаю благодарность всех причастных к организации и желаю им дальнейших успехов. Не удивляйтесь, что видеоотчет по дракону вышел коротким, но спешу вас обрадовать следующими новостями. Ожидайте в этом месяце ролик по четвертому Anyfury Fest и неожиданный от меня новогодний сюрприз. Большое вам спасибо за просмотр. Если вы впервые оказались на канале, то подпишитесь и позвоните в колокольчик, чтобы не пропустить следующий ролик. Ставьте пальцы вверх-вниз, комментируйте и делитесь роликом с друзьями. Переходите по ссылкам ниже в описании. По желанию вы можете поддержать меня донатом на Donation Alerts или же оформлением любой на выбор подписки на Boosty. Вот такие дела. Не скучайте!